Всем привет! С вами Громакина Ярославна, блог нашидети.ру. Это четвертый видеоурок, где мы продолжаем наше знакомство с Форексом. Надеюсь, вы уже заходили на сайт Forex4U и скачали программу MetaTrader 4. Если вы все еще это не сделали, то можете зайти по ссылке, которая будет приведена в описании под видеоуроком. Итак, щелкаем на этот значок, заходим. Forex4U, MetaTrader 4. Если вы делали предыдущий урок, то я напомню вам, что вы должны были провести технический анализ. Технический анализ подразумевает построение трендовых линий на временном периоде в определенный период времени, например, за один час. Бывает три вида тренда. Это восходящий. Сейчас еще раз я вам покажу быстренько. Восходящий тренд. Ну, например, вот. Угу. Либо нисходящий. Либо боковой. Вот так. Это мы сделали с вами технический анализ. Сейчас мы рассмотрим с вами компьютерный анализ. Компьютерный анализ, по-другому пипсовка или скальпинг, у нас будет работать только на валютной паре евро-доллар. Смотрим время формирования одной свечи. Если хотите как-то побыстрее, чтобы все это было у вас, можете поставить временной период 1 минуту или 5 минут. Обычно мы работаем с часом. Заходим мы в папку «Навигатор». Вот такая с желтой звездой. В папке «Навигатор» мы заходим в папочку Билла Уильямса. Вот она. В папке Билла Уильямса мы выбираем фракталс. А цвет можно оставить серый, или какой вам больше нравится. И обязательно линию выбираем сплошную. Вот появились у нас такие значения. Если мы видим, что у нас вот значок идет вниз, то есть он вначале шел вверх, а потом пошел вниз. Это означает, что, скорее всего, евро-доллар будет падать. Если мы видим в папке фракталс Билли Уильямса значок вверх, то есть вначале у нас падало, а потом пошло вверх. Скорее всего, этот компьютерный анализ предполагает нам, что, наверное, значение евро-доллар будет расти. Но мы никогда не пользуемся только одним индикатором. Это слишком мало. Поэтому мы заходим в осцилляторы. Вот осцилляторы. Relative Strength Index, RSI. Выставляем параметры. Период ставим 3. Ну, здесь может быть написано 14, мы ставим 3. Здесь может быть написано все, что угодно, мы ставим на close. Цвета. Ну, можно оставить голубой. Линии обязательно делаем сплошные. Смотрим уровни. Уровни тоже 30 до 70. Цвет здесь я поменяла на индиго, ставил серебряным, было не очень удобно. И линии также у нас должны быть везде сплошные, не пунктирные. Вот у нас появился еще один график. Как вы видите, здесь есть значение 30 и 70, как было заведено. От 0 до 30
Это означает перепроданность. Просто когда мы находимся здесь, мы ничего не предпринимаем. А от 70 до 100 означает перекупленность. Тоже когда график просто находится здесь, мы тоже ничего не предпринимаем. Значение от 30 до 70 – это зона неопределенности. Мы на сделке не встаем. Когда же мы встаем? Например, ну давайте что мы посмотрим? Рассмотрим мы с вами такое значение. Ну, например, какой же вам будет пример получше? Так. Вот здесь. Здесь мы видим, что Билл Уильямс нам подсказывает, что, скорее всего, значение будет падать. RSI график смотрим. Когда мы видим, что восходила у нас линия и начинает падать, и пересекает вот это значение 70, плюсом здесь у нас идет подсказка, что значение будет падать, мы начинаем продавать. Встаем на продажу. Когда мы видим, например, вот рост. Вот здесь нам показывают, что скорее всего начнем расти. И вот здесь, в этом месте, вначале шла у нас нисходящая, да, кривая, и потом она пошла вверх. Вот здесь, когда наоборот пересекает по восходящей значение 30, мы можем встать на покупку. Да, вот. Но этого графика тоже недостаточно, поэтому мы зайдем опять-таки в осцилляторы. Выбираем стохастик осциллятор. Он точнее. Параметры выставляем. Период К5, период D3. Замедление ставим 3. Цены ставим close-close. Может стоять low-high, мы ставим close-close. Метод MA-symbol. Минимум 0, максимум 100. Цвета выбираем на ваш вкус, не бирюзовый и красный стоит, и все значения меняем на сплошные. Окей. Вот этот график, здесь мы видим две кривых. Ну, опять-таки рассмотрим мы какое значение. Где мы были? Мы были. Так. Вот здесь, да? Когда мы видим, что здесь график, смотрите, от 0 до 20, от 80 до 100. От 80 до 100. Например, вот здесь нам подсказывают, что график вот отсюда пойдет вверх. Значит, индекс RSI пересекает 30-ку. И мы смотрим на график стохастик осциллятор. Здесь то же самое. Видим две кривые, одна красного цвета, другая бирюзового. И то же самое. Когда по восходящей пересекает 20, это означает, что нужно вставать на покупку. Цена будет расти. Когда мы видим падение, например, как здесь показывает, что будет снижаться цена, здесь мы видим, тоже пересекается. И вот здесь две кривые сразу пересекают отметку 80. Это будет означать, что, скорее всего, предположила у нас программа, что пара евро-доллар пойдет на убыль. Анализируем все три схемы. Если они все совпадают, то мы можем зарабатывать. Вашим домашним заданием до следующего урока будет провести анализ, посмотреть, где действительно совпадали, как вели себя графики, кривые.